РТРС против MetLife начали игру. Все, как всегда, два тайма по 10 минут с небольшим перерывом. И после этого будем проводить подсчет забитых мячей и набранных баллов. У РТРС поражение сегодня от HSBC, у MetLife победа над Nordnet. Так что, ну, пожалуй, в разном настроении команды к этой игре подошли. Если РТРС не удастся сейчас одержать победу, то интрига совсем пропадет в борьбе за первое место во втором дивизионе. Кроме того, РТРС нужно набирать очки, чтобы оторваться от ближайших преследователей команды Сбербанк Страхование. Так что игра очень важна. Главой MetLife. РТРС с MetLife в этом сезоне встречался, и 3-1 тогда РТРС всегда были довольно просто, я бы сказал, победу. Иди, отдавай! Отдавай, сразу уже видно было! Борьба за мяч в центре, довольно жесткой получилась. Ошибается второй номер РТРС. Тренер негодует. Ну все, мяч, видимо, потерян. Пока это самый точный удар в истории наших соревнований. Такого еще не было. Ну все, будем искать новый мяч. Заначка пришла, лежала. Играть, Лёха, играй мяч в игре! Играй! У РТРС моментище! Вратарь плечом каким-то чудом отбивает. Очень эмоциональный получается футбол. Тренер РТРС, по-моему, еще сильнее посидеет после этой игры, потому что столько моментов не использованных. Вот удар хороший, две штанги спасают ворота MetLife. Не матч, а рубка настоящая. Играй.
Дима, стоп! Да, Леня! И опять надо вспомнить, что скамейка длиннее у РТРС, так что чем дольше идет матч, тем больше у РТРСовцев преимущество по запасу сил. Ну, справедливости ради, надо также отметить, что те игроки, которые на скамейке сейчас находятся, не очень часто выходят на поле. Но все-таки резерв есть. Лех, иди, хорош! Коля, справа, что значит, Коля? Лех, в игре мяч! Отдай, отдай, тебя скажи! Вот прессинг РТРС приводит к тому, что защитник куда-нибудь просто подальше должен мяч выносить. Остановлена эта быстрая атака. Четко в мяч была поставлена нога. Такое случается. И дальше просилась передача. Вратарь на выходе хороший. Защита помогает. Куда ты, Дима? Ты защитник. Еще, Коля, еще. И снова жесткая борьба за мяч. Коллективный отбор здесь РТРС не помогает. Варь, помоги, Варя, помоги, поди. Все, играй! Жестче ногу! И вот только первое нарушение правил за 8 минут при всем обилии индивидуальных столкновений. Пол. Теперь и по нарушениям равенство в счете. Вставай, вставай, Череп, вставай! Все, Череп, иди к вратарю, вратарю иди, Череп! Вратарю иди! Вратарю, Леха, вратарю идите! Вдвоем к вратарю! Леха, стоп! Леха, ты стоп! Снова выше цели. Назад, назад, Череп, вернусь, Валя. Секунды первого тайма и звучит финальный свисток. Финальный только для первой 10 минут. Скоро продолжение, так что далеко не уходит. Хотя бы лицо ограничить. Шире, Сережа, шире!
Второй тайм стартовал после непродолжительного перерыва. РТРС сегодня еще предстоит матч против МТС Банка, а MetLife будет встречаться, да, все с тем же МТС. И выход один на один здесь может получиться рядом со штангой. Работай аккуратно и все, вся за него, блин. Отдавай. Ничего. Довольно сумбурно, но дело до удара довели. Подбор мяча. Убегай, Витя. Моментов у РТРС какое-то запредельное количество. Вот наконец-таки. На этот раз удача посмотрела в сторону РТРС. 1-0 раздосадован вратарь MetLife. Столько раз спасал. Здесь защитники его оставили одного. Катился мяч по линии, но все-таки пересек ее. РТРС. Ну вот теперь интересно, попробует ли сыграть на удержание счета или дальше будет идти вперед. Попал мяч в стенку. Игрок отважно сыграл, не стал убирать голову, принял удар. Видя, шаг. Как-то все разбежались, партнеры, и некому передачу было делать. Не дай. Сразу, Сережа! Сережа! Выход MetLife в атаку. Считанных сантиметров не хватает. Минут до конца. И MetLife ведет, я напомню, борьбу с Нордеа за четвертую строчку в турнирной таблице. От Нордеа MetLife отстает всего лишь на одно очко.
После этого матча команды по количеству игр сравняются. Нельзя было сейчас вратарю совершить касание мяча, поэтому пропустил его, отправил на угловой, это лучше, чем свободный. Более безопасно. Напоминают со скамейки MetLife, что 3 минуты остается. Предлагают еще собраться, видимо, имею в виду, что надо забить. И 3-2 выход РТРС. Пяткой здесь немного не хватило, чтобы забить. Ответ MetLife, вратарь выходит. Нас ждут очень горячие 2,5 минуты. Аут. Краснодар 1-0. Еще один стандарт РТРС. Много угловых они в этом матче подали. Не дать, сразу не дать. Подбор за РТРС. Тайм-аут берет MetLife. При счете 1-0 и 1,5 минуты до конца. Минуту 10 секунд нужно доиграть. Настроенные MetLife как минимум на ничью. В идеале на победу, но для этого забить нужно. Удар с лета. Thank you.
Отыгрывает назад РТРС. Уже можно не стесняться, просто тянуть время. И в счет устроит. Торопится Медлайф начинать атаки. 27 секунд, это много. Можно никуда не торопиться. Чистая минута. Секундомер стоит во время остановок в игре. Можно тоже отыгрывать назад. Но и сзади надо открываться. Поэтому просто некому было делать передачу. Все, время истекло, очередная победа РТРС, пусть и с минимальным счетом.